я понял три основные фазы, однако по факту они строго не привязаны ко времени. Это по большому счету условность. Если одна из команд перефармит, то может навязать противнику лейт-стадию раньше. Так, а кому это все объясняю? Тут то, наверное, уже все переиграли. Вернемся, короче, к моей игре. Летал я своей кожаной каркушей и только успевал говорить «мама, где папа?». Но тем не менее мы победили. И то потому, что ребята разносили все подряд. Я понял, что они и себя прекрасно чувствуют и без моей помощи. А еще то, что я никак не вырос в своей игре. Ну, может, стал чуть меньше затупливать, чем раньше. Хотя это слишком сильное заявление. Ну, пойду еще. Короче, все фигня, надо смотреть воды или по демки игроков, где именно играют за вайпера, так как у меня возникают проблемы при покупке шмота в зависимости от ситуации. В руководстве всегда присутствует вариативность в зависимости от положения на карте. А я не понимаю, соло, yes. Нашел какой-то сайт датабаф, посмотрел там, еще решил почитать предназначение предметов. Блин, дофига их тут, конечно. Мало того, что каждый герой со своими уникальными навыками и резистами, так еще это все дело можно обмазывать разношерстными атрибутами, артами, атрибутами, хрени. Короче, черт ногу сломит. Также еще напрягает непривычное управление камерой. Как бы хочется двигать ее на васты или хотя бы стрелочками. Это что за фигня? Вторая рука это нужна, чтобы нажимать. И, соответственно, все перемещения перекладываются ладно на мышку. Но мне так.